Территориальное общественное самоуправление – это не только благоустройство своих дворов и скверов, но и различные мероприятия, праздники, которые тосовцы празднуют весело вместе. На этот раз творческие коллективы самоуправлений подарили незабываемые эмоции зрителям на втором фестивале конкурса «Культура Поволжья», который прошел в Ульяновске. Участники пели на чувашском, татарском и русском языках, играли на народных инструментах и, конечно, никуда без национальных костюмов. Самой молодой участнице еще не исполнилось и 10 лет, а она уже вызывает восторг у зрителей своим захватывающим танцем. В фестивале приняли участие и артисты серебряного возраста, и молодежь. Такой формат мероприятия объединяет народы всех возрастов. Я решила принять участие в этом фестивале, потому что народ Поволжья – это важно. Мы должны быть все вместе, и каждый человек должен знать, получается, и другие языки, кроме своего. Пела я песню чувашескую на чувашском языке. Называется песня «Щурки в Арманта». Мы приехали с авторской песней. Эту песню написал наш руководитель нашего ансамбля, музыку к этой песне. И мы приехали с очень красивой песней, которая называется «Край ты мой заброшенный». После концерта участников поздравил заместитель губернатора Александр Коробко и отметил, что таким составом надо собираться чаще, чтобы все узнали, какие талантливые люди живут в Ульяновской области. У вас есть искренность, у вас есть желание и у вас есть любовь к тому делу, которым вы занимаетесь. Поэтому огромное-огромное спасибо вот за эмоцию. В завершении никто не ушел без заслуженных призов, дипломов, подарочных сертификатов. Кирилл Савосин, Юрий Конихин, Управда ТВ.